Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Буква Х в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Чаще всего обладатели этого имени отличаются высоким интеллектом, склонностью к анализу и философии. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Владельцы этого имени могут быть достаточно религиозны, но проявляют свое качество без фанатизма. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буква З в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква Р наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Звук Х в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.